Что если я скажу, что даже самый опасный район можно сделать абсолютно безопасным? Почему, спросите вы? Потому что это уже стало мировой практикой, за исключением Америки. Мы гордимся, что наши роботы борются за мир во всем мире. Так скажите, почему мы не можем использовать наши изобретения в собственной стране? Почему Америка так боится роботов? Мы можем дать американцам того, кого они полюбят, и кто сможет их защитить. Нельзя выпускать на улице машины. Забудьте о машинах. Нам нужен интеллектуальный продукт, который знает, что значит быть человеком. Поцелуй за меня, маму. Сладких снов. Опоздал, сынок. Мы дадим роботу человеческий мозг. Пора его будить. Сделайте его более мощным. Черный ему пойдет. Модель 208 против железного человека. Ого. На нем можно реально заработать. Он здесь. Играем в плохой коп, хороший коп. Плохой коп и робокоп. Он пытается изменить свой системный код. Вырубите его! Робокоп. Спасибо за сотрудничество.